Местные магазины в эти дни пополняют свои полки свежими огурцами комбината «Солнышко». Первые 405 килограммов тепличных растений собрали 25 марта. Сегодня сбор второго урожая. Выдерживать конкуренцию с привозными овощами предприятию позволяет правильный селекционный выбор. Он, по словам руководителей, более стойкий к заболеваниям корневой системы и теневыносливый. В этом убедилась наша съемочная группа. В этом году тепличный комбинат «Солнышко» высадил голландский сорт огурцов под названием «Магура». Он обладает отличными вкусовыми качествами и хорошо зарекомендовал себя в наших непростых северных условиях. Кроме «Магуры», в двух теплицах выращивают еще два сорта огурцов – это «Миамара» и «Кибрей». Площадь, которую занимают овощи, составляет более 2000 квадратных метров. Всего в этом году сотрудники тепличного комбината высадили около 5000 растений. Мы довольны, что неплохой урожай на первый день, 405 килограммов. В принципе, неплохо для первого дня. А в дальнейшем надеюсь, что все будет гораздо лучше. Там пойдут моменты, когда будут и тонна, и до 2 тонн в день. Ну, это такие пиковые, уже будем ждать дни, это май, июнь, самые пиковые. До какого продлится у вас год? По сентябрь включительно. Традиционно на гидропонных системах предприятия подготовлен резервный запас рассады огурцов для оперативной замены в случае, если часть растений в теплицах не приживется. Кроме огурцов, на предприятии выращивают более 10 видов зелени. Мы с вами находимся в отделении гидропонной установки. На 44 столах мы выращиваем и рассаду овощей, которые потом переносятся в теплицы для дальнейшего выращивания. Здесь мы выращиваем зеленые культуры, порядка 13 наименований. На этих же столах мы выращиваем рассаду овощей для населения. По словам Галины Федоровны, для нужд населения они выращивают до 2000 кустов. В этом году тепличный комбинат расширил ассортимент. Сейчас в продаже болгарский перец и баклажан. Есть и необычные растения. Это вот новая культура мангольд или черешковая свекла. Видите, красный такой вот стебелечек у него. Полезный тоже овощ. Его используют и для приготовления супов, и даже в салаты. Кстати, хорошо стали брать у нас мангольд кафе, рестораны. Продукция пользуется спросом у нас? Ну, мониторили, конечно, по городу. Мы уже знаем, что мы в прошлом году вырастили на 12 тысяч упаковок больше продали. Значит, спросом пользуются. Продукция тепличного комбината «Солнышко» экологически чистая. При ее выращивании не используют химии. Подкармливают растения минеральными удобрениями, а также используют биологические средства защиты. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».